Infiniti QX80 2018 модельного ряда. Ко всем штатным мониторам подключено дополнительные устройства, а к монитору водителя их подключено сразу два. Первый из них — это навигационно-мультимедийная приставка с полноценным андроидом, который позволяет пользоваться различными приложениями. Наиболее часто используемый — это Яндекс.Навигатор для водителя. Полноценное сенсорное и голосовое управление. Метро Сокольники. Кроме того, там есть YouTube, интернет онлайн, ТВ и любые другие приложения с Play Market. А также ко всем трем мониторам одновременно подключен цифровой DVB-T2 телевизор, который практически на любой скорости транслирует в Москве порядка 30 каналов. Звук при этом идет в штатную акустическую систему через стереоканал. Все штатное при этом осталось без каких-либо изменений и ограничений. Обращайтесь, и в вашем автомобиле появятся такие же великолепные возможности.